И снова здравствуйте, зрители, подписчики моего канала. Вы на канале Булатико. С вами, как всегда, я, Александр, и Булатик. Прогулимся мы сегодня по лесу. Сегодня у нас 26 июля 23 года. Комары тут как кони летают. Сожрать пытаются. Жизни не дают. Просто обседают, заедают. У нас тут влажные дожди были. Поэтому комарики, вон Булатик мордочку тирает, комариков гоняет. Просто ужас. Но тем не менее выбрались мы в лес прогуляться. Хотим немного отойти дальше, отпустить маленького, чтобы он побегал. Вот. Чтоб погонял немножко. Сейчас мы пойдем в сторону газопровода прогуляемся. Покормим комариков, погуляем с Булатиком, отпустим его побегать, погонять. Чтобы он у нас немножко насладился свободой. Это все время на поводке, только на площадочке его отпускаем. Ой, там бой. Комары нас жрут, как кони, бедненько. Он там лапками отбивается. Дорога направо пошла, тоже заросла там крапивой. Даже не знаю, что его делать. Куда его и как идти. Булат, стой. На морде комары сидят, заедают маленького. Вот заедают, говорю, мою майдаху за мордочку грызут. Даже не знаю, что вам сказать, дорогие наши зрители, подписчики. Этими комарами они нас просто заедают. Наверное, сегодня не получится у нас газопроводом, потому что жизни комары не дают. Булат, куда ты в грязь ложишься? Давай, пошли. Ай, свинюка, ой, свинюка. Нагулялись, короче, мы по лесу. Вот так вот у нас не получилась прогулка. Будем выходить, наверное, потому что комары жизни не дают. Может, вечером еще пройдемся, прогуляемся. Вот так вот. На этом будем заканчивать наше небольшое сегодня видео такое познавательное, развлекательное по поводу леса. Вон тут шалашик кто-то строил. Красота, ляпота. Ну так. Другой мой доха нас. На этом будем говорить вам, дорогие зрители, пока-пока. Всего вам самого наилучшего, хорошего настроения, времяпрепровождения, хорошего вам дня, пусть ваш рот приумножается. Чтобы женщины не сохли, мужчины не гнулись. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. С вас подписочка и лайкосик. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока-пока.